Дорогие друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Евгений Бондарь, и это программа «Лучшее в Краснодаре». Мы теперь выходим совсем по-новому. Как вы успели заметить, мы в новом месте. У нас будут совсем другие гости. Конечно, они будут такими же интересными, как и наши прежние гости. У нас будут наши любимые и ваши любимые сюжеты. Поэтому прямо сейчас предлагаю не откладывать в долгий ящик. Начинаем. Поехали. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще и искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Агентство событий «Друзья». Организация вашей свадьбы – наша работа. Доверьте вашу свадьбу настоящим друзьям. Звоните 242-98-22. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Боб, вокалист группы «Вдруг». Боб, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, во-первых, почему Боб? Так привычно, ты так попросил тебя представить. Конечно, потому что всю жизнь приходится жить с двумя именами. Это как бы уменьшение от фамилии, кусочек мой, уменьшенная часть. Откроем же секрет, как тебя зовут. Вообще Антон Бабчук. Вот, собственно. Поэтому как-то вот лет с 16 как повелось Боб, так оно ко мне прилипло, и так и живу. Так и осталось. С двумя именами. Для семьи Антон, для всех остальных Боб. А семья не привыкла еще за это время? Ну, как-то да, уже привыкла, да. Когда еще раньше, помнишь, были городские телефоны, часто спрашивали по телефону Боба, и как бы, соответственно, да-да, сейчас позовем Боба, да, вашего. Скажи, пожалуйста, в твоей группе есть еще кто-нибудь с необычными именами? А как же? Джейсон, Жикан. Вот так, да? Радж. Радж. Да, да. Кстати, у Раджа единственного настоящее имя Радж. Ага, вот да, так. Да, в отличие от наших прозвищ. А вот все остальные, как так получилось? Может быть, есть какие-то интересные истории, связанные с этим? Ну вот Джейсон успел еще застать нашу культовую поляну, сборище неформалов, которая собиралась в районе стадиона Кубань. Вот. И как бы, я так понял, много там имен было занято. Там, Джерри, там, прочее. Это было так, как бы так заведено называть западными именами. А вот Джейсон был свободен. Свободен был. Да, да, поэтому... Просто как при регистрации почты, да, выбрал себе свободное, и так и повелось. Это занято, Джейсон свободно. Смотри, Боб, мы сейчас с тобой посмотрим наш следующий сюжет, а потом продолжим общение. Смотрим. Натяжные потолки уже давно зарекомендовали себя как надежное, безопасное и выгодное покрытие. Всего несколько часов монтажа, и вы получите идеально ровную поверхность любого цвета. Гарантия такого решения 10 лет, а стоимость при всех неоспоримых плюсах в половину меньше, чем у обычного побеленного потолка. Немного о надежности. Даже если вас затопят соседи, натяжной потолок может выдержать до 100 литров воды на 1 квадратный метр, после чего ее можно просто слить, и потолок станет как новый. Многообразие дизайнерских решений натяжных потолков поражает. Арки, своды, шатры, волны, абстрактные и многоуровневые варианты, объемные формы. Потолок может светиться или даже менять цвет. Можно нанести любое изображение, и вы получите, например, свое собственное звездное небо или яркий солнечный день, лесную зелень или цветочный принт.
Благодаря своему разнообразию и надежности, сегодня натяжные потолки охотно устанавливают не только в домах, но и в офисах, ресторанах и отелях. Это позволяет сэкономить средства, не потеряв качества и эстетики. Вы можете выбрать глянцевые и матовые, сатиновые и тканевые. Абсолютно для каждого помещения можно подобрать свой великолепный потолок. Более 100 тысяч видов натяжных потолков в компании Кёрк. Профессиональные технологии, собственное производство более 15 лет, беспроцентная рассрочка. Компания Кёрк, улица Зиповская, 1А, телефон 252-30-88. Представитель яркий, представитель ярчайший, представитель группы «Вдруг» у нас сегодня в гостях Боб. Боб, скажи, пожалуйста, как часто сейчас у вас происходят концерты? Концерты сейчас, вот именно сейчас, не часто, потому что мы сейчас с головой все в студийной работе. Немножечко... То есть вы записываете, готовите что-то? Да, мы готовим наш четвертый альбом, готовим нашу пластиночку свеженькую, уже немножко отстаем от сроков, бежим, ускоряемся. Вот. А вот с поклонниками, со слушателями нужно же все-таки взаимодействовать, то есть концерты конечно, же для этого, по конечно, сути. Как конечно. Вы справляетесь? Справляемся. У нас вот на последнюю пластинку у нас как бы произошел народный сбор финансов, например. Да, мы воспользовались краудфандингом. Вот. То есть вы как бы сказали, хотите послушать? В общем-то, давайте, да, потому соберем. Что да, индустрия музыкальных продаж дисков, она как бы все, магазины закрыты. То есть невозможно никаким образом донести пластинку до слушателя. Все. Поэтому, как бы, таким образом пластинка просто, ну, считай, просто предзаказ. То есть человек просто заранее заплатил, да, за то, и что... получил пластиночку красивую, пахнущую, как раньше, как аналоговую, в целлофанчике, понимаешь? Это что-то настоящее. Не безлико, да. Скачал папочку в комп, среди папочек ее закинул, и все. Подошел, а диск, это же важно. Подошел к ноутбуку, а там уже CD-ROM-а нет. Нет, ну в машинах еще у людей осталось. В машинах, да, конечно, да? Естественно. Вот. Так что мы на связи всегда со слушателями, всегда, в интернете, всегда на связи. Друзья мои, сейчас смотрим следующий сюжет, а потом что-нибудь послушаем. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в 5 цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеные, шпанированные, либо из пластика, а можно и на итальянский из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания Юмаком предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. Юмаком – 8-961-503-3015. Все, что хоть совсем немного весит, может пригодиться урагану. И слова из самых разных песен не всегда и всем по барабану. И как в детстве все иначе видишь, в мир смотря огромными глазами. И, конечно, бесконечно веришь, что все ждали только лишь тебя. Добрый день, хей-хей-хоп, круто встретиться на земле в один век, в один час до тебя. И потом здесь все вертится, все как и сейчас. Эксклюзив. Во времена СССР было очень много хорошего. Ну, например, касса взаимопомощи. Можно было в нужный момент получить необходимые деньги, и ты всегда мог на них рассчитывать. А с помощью потребительских кооперативов решался вопрос сбережений. Ты знал, куда вкладываешь, и знал, что получишь хорошие дивиденды.
Олег Яковлевич вспоминает советские времена как стабильные и надежные, но выгодно хранить свои сбережения, получать достойный процент можно и сегодня. Кстати, и юридическим, и физическим лицам. Вы можете стать пайщиком как с целью приумножения сбережений, так и получения займа. Добросовестные кооперативы всегда страхуют сбережения своих пайщиков. А это значит, ваши средства под надежной защитой. И еще, именно грамотная организация управления финансами в КПК дает возможность устанавливать выгодные для пайщиков проценты и защищает их деньги от обесценивания. Стоит добавить, что вся деятельность кредитно-потребительских кооперативов сейчас строго контролируется государством в лице Центрального банка РФ. Кроме того, если вы являетесь пайщиком, то сами принимаете участие в жизни организации и получаете максимальную открытость и прозрачность бизнеса. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Продолжаем разговор с Бобом. Боб, скажи, пожалуйста, почему все-таки остались в Краснодаре? Я так понимаю, что вы живете здесь и прекрасно себя чувствуете здесь. Почему не Москва? У нас был этап, когда мы безумно хотели в Москву, хотели переезда, хотели контракта с продюсерами. Мы бегали как сумасшедшие по столице, распихивали всем свои диски. И свершилось. То есть мы дошли до момента подписания контракта, но мы на него посмотрели, и у нас зашевелились волосы. Потому что там предлагалась полнейшая абсолютная кабала. Это нужно было просто как отдать паспорта на 10 лет, весь материал, будущий, нынешний, прошлый, то есть навсегда совсем распрощаться с именем. Вот так. То есть, и потом никогда по истечению этого договора не использовать ни весь материал, ни название группы и так далее. То есть это было. Но при этом это была компания первого эшелона. То есть у них как бы были топовые артисты самые. То есть это было для вас потенциально очень денежно, но пришлось бы расстаться с тем. Со свободой. Со свободой, да. И вы, посовещавшись, пришли к выводу, что. Мы решили, что вот как-то значит так, интернетом, своими какими-то. Сами будем себе менеджерами и как-то не пропадем. Ну и пока не пропадаем. 18 лет 18 не пропадаете, лет да? Пропадаем. А, скажи, пожалуйста, что бы ты мог посоветовать молодым начинающим музыкантам, артистам? Как двигаться? В каком направлении? Что делать? Ты знаешь, сейчас такая есть проблема, мне кажется, довольно серьезная, что вот музыканты настолько верят в интернет, в способы продвижения музыки в интернете, что они вообще забывают о самом главном, о том, что надо сначала стать музыкантом и профессионалом. То есть и этим даже они, получается, мешают профессиональным музыкантам, потому что интернет просто наводнен песнями, недоделками, записанных недоучками. То есть как бы надо сначала как-то научиться, надо сначала стать профессиональными артистами, сделать хорошую запись. Студийную, не дома на коленке. А все мечтают так, что мы соберемся, три репетиции, все, песню в интернет и популярность, и везде ее рассылать, и все. Поэтому интернет в каком-то роде, он как бы получается и помогает, и в каком-то и мешает, потому что как бы слишком много материала. Можно ли в Краснодаре сделать по-настоящему качественную студийную запись? Пускай не мирового, но российского уровня. Где-то прочитал хорошую фразу, что еще даже, по-моему, лет 5 назад, что в любом уже практически приличном компьютере, домашнем, персональном, есть возможности все те, которые в конце 90-х были в топовых студиях Калифорнии. Поэтому, ребята, расслабьтесь. Если есть уши, если есть мозги, в давно уже в ваших компьютерах есть все возможности для того, чтобы делать записи мирового уровня. А студии в Краснодаре уж точно предостаточно, где сидят профессионалы, которые знают, как это делать. Мы сейчас смотрим следующий сюжет, потом продолжим. Поехали. В вашей жизни намечается важное событие, свадьба, день рождения или корпоратив, самое время подобрать подходящий ресторан. Чтобы любое торжество прошло идеально, вам наверняка подойдет ресторанный комплекс, расположенный прямо на берегу озера. В таком месте ваши гости будут чувствовать себя комфортно, наслаждаясь прекрасным видом. Если вы ожидаете много гостей, то банкетный зал на 450 мест как раз то, что вам нужно. Его богатый интерьер и безупречное обслуживание сделают вечер незабываемым.
Другой зал, расположенный на первом этаже, подойдет для компаний поменьше, до 100 посетителей. Стильный дизайн, приятная теплая атмосфера порадуют самого требовательного гостя. Одна из особенностей нового ресторана – просторная веранда. Она расположена так, что у посетителей будет прекрасная возможность провести вечер за столиком прямо на берегу озера. Кроме того, ресторан порадует гостей собственной парковкой на 80 автомобилей. И еще, все это находится в самом центре города. Роскошные залы ресторанного комплекса «Ривьера» на 450 и 100 мест идеально подойдут для торжества любого уровня. Безупречная русская, европейская и кавказская кухни, собственная большая парковка и живописный вид на озеро. Ресторанный комплекс «Ривьера», Дмитриевская дамба, 8. Боб, самое время поговорить о Краснодаре, о нашем городе. И скажи, пожалуйста, давай так, не с точки зрения музыканта, не с точки зрения профессионального музыканта, а с точки зрения жителя Краснодара. Ты любишь этот город? Да, я... За что? Я коренной краснодарец, уже не в одном поколении. Люблю, конечно, за зелень, за юг, за теплоту, которая здесь повсюду, за людей. Веселых людей, которых на юге очень много. Не люблю в последнее время, все-таки за перенаселенность. Все-таки проблема уже чувствуется, уже, конечно, слишком бывает много людей, машин в некоторых местах. Бобу стало тесно. Ну, почему? Я думаю, что каждый это понимает. Ну, понятно, я думаю, конечно, что каждый это понимает, что действительно есть какая-то проблема. Потому что улочки маленькие, некоторые места у нас такие не предусмотрены для этого. Это ж не Москва, не Подмосковье, там с такими проспектами, с дорогами, там, когда все предусмотрено сразу для большого где количества. Где бывал? Что понравилось? Какие города? Даже так навскидку не могу тебе сказать. Я вообще очень люблю наше побережье, вот честно, честно. То есть для меня вот лучший отдых это где-нибудь у воды или где есть горы. Я люблю горы, люблю море. Конкретнее наше побережье, что именно? Конкретнее наше побережье, да вот даже самое ближайшее. Вот даже, как у нас говорят на машине, куда ближе всего? Джубга. Джубга и ее окрестности. Вот, есть там всякие маленькие интересные места, куда можно спуститься, на машинке забуриться. Вот, и прекрасно я себя там ощущаю. Частенько ли удается туда выбраться? Ты знаешь, летом несколько раз в год, да, стараюсь, да. Бывает и осенью, бывает весной по настроению. То есть настроение как-то подпитаться, подзарядиться. Сел в машину, уехал, сел у моря, как-то совсем по-другому немножечко все стало. С гитарой? Проще. Да, да, нет, не с гитарой, знаешь, как честнее. С блокнотиком. Всегда блокнотик со мной, да. То есть можно какие-то мысли записать, да. Прямо сейчас наш следующий сюжет, потом продолжим приятный разговор. Смотрим. Кухня. Пожалуй, самое важное место в доме для каждой хозяйки. По статистике, женщина проводит у плиты в среднем 5 лет своей жизни. И чтобы эти 5 лет были счастливыми, кухню нужно выбирать очень тщательно. Придя в салон, обратите внимание не только на наличие большого выбора, но и на производителя. Определиться с конкретной моделью вам поможет ваш вкус и, конечно, опытный продавец-консультант. Стоит обратить внимание на новое направление в дизайне кухонных гарнитуров. Модерн и классика, совмещенные в одной модели, эксклюзивные стекла, буфет, оригинальные ручки сделают вашу кухню неповторимой. Функциональность и изысканность, красота и передовые технологии, а также экологически чистые материалы, используемые в кухонных гарнитурах, удовлетворят потребности любого покупателя. А опытные дизайнеры помогут вам подобрать встраиваемую технику ведущих европейских производителей и разработают индивидуальный дизайн-проект совершенно бесплатно. Студия мебели «Андорра» предлагает красивые, модные и высококачественные кухни. Улица Новороссийская, 201А, торговый центр «Атма». Студия мебели «Андорра» – эксклюзивные кухни по доступным ценам. Продолжаем разговор с солистом группы «Вдруг» с Бобом. Боб, скажи, пожалуйста, хобби, увлечение? Знаешь, для кого-то может показаться странным или с каким-то намеком там, на склонность к употреблению алкогольных напитков, но, как бы то ни было, пивные крышечки. Вот давным-давно, уже лет, наверное, 10, как-то я... Пивные крышечки? Да, ты крышечки. Собираешь пивные, да, крышечки? Да, да, да. Сколько у тебя их? Я думаю, в данный момент уже около 500.
500 пивных крышечек. Да, да, да. А какие? Есть ли редкие? Меняетесь ли вы, коллекционеры пивных крышечек, Знаешь, я не знаю лично. Я в интернете видел, что у людей из коллекции, конечно, и повнушительнее, вот, чем у меня. Но не меняюсь, мне друзья привозят из разных стран. У меня есть друг один, телевизионщик, часто много путешествующий. Он говорит: слушай, Боб, я уже не знаю, кто собирает эти крышечки, ты или я. Потому что он из каждой поездки там 10-15 штук привозит. Привозит, да. Мы редко видимся, он так сразу говорит, как раз пакетик. Я говорю: о, здорово. Он говорит: я уже не пойму, чья это коллекция. Скажи, есть ли у тебя какие-то редкие, дорогие для тебя именно? И что они из себя представляют? Ну, редких полно, разных там и стран, и разных времен. То есть уже несуществующие пивные бренды, есть там какие-то такие даты смешные, там раньше вы пробивали даты на крышечках. Вот, то есть там уже дата, там, 5-й год, там, например, новороссийский пивзавод. Думаю, ничего себе, вот как бы. А мне, кстати, подкалывают, говорят: а ты собираешь с разными датами? То есть одна крышечка, разные даты, то есть можно очень большую коллекцию собрать. Когда коллекция расширится, то можно будет уже переходить на даты. На такие, да. Скажи, а спорт, рыбалка или что-то еще? Спорт, да, да, очень люблю. Знаешь, такой простой, может быть, банальный для мужчины ответ. Тренажерный зал, да. Тренажерный зал. Да. То есть посоветовал бы, да, нашим зрителям? Конечно, конечно. Друзья, надо быть в тонусе, надо поднимать всякие гантельки, штангочки. Почувствуйте себя значительно лучше тогда. Правильно. Ну, я согласен. Нужно быть в тонусе, нужно обязательно заниматься спортом и обязательно нужно смотреть сюжеты в нашей программе. Давайте. Смотрим. Прекрасное время для самых главных торжеств в жизни. Просторные банкетные залы уже готовы принять гостей, даже если их будет больше 150 человек. Будь то юбилей, корпоратив, грандиозный банкет или маленькое семейное торжество. Место для проведения нужно выбирать уже сейчас. Рестораторы подготовили и уютные, и различимые по стилю залы, где можно провести и деловую, и дружескую встречу, и просто перекусить, и, наконец, провести время с семьей или любимым человеком. А уж если вы решили отметить по-настоящему большое событие, торопитесь сделать его незабываемым. Высококлассный сервис, восхитительные вкусные блюда и удивительный интерьер в сочетании с домашним теплом, атмосферой уюта и гостеприимностью – все это главные составляющие ресторанного комплекса, на которые вы просто обязаны обратить свое внимание. Милости просим в ресторанный комплекс у Близнецов. Мы с легкостью сможем принять у себя до 150 гостей. Любое важное для вас событие станет незабываемым в ресторанном комплексе у Близнецов. Друзья мои, сегодня в гостях у нас Боб из группы «Вдруг», и он не только разговаривает со мной, он еще и играет нам песни. Хитовые песни. Маячок? Хит? Поехали. Что случилось с тобой, морячок? Что с тобой приключилось? Ага, ты сам не свой. Как подруга твоя, что похожа на Кэмерон Диас, ведь ждет героя домой. А море поет странные песни, собирая обрывки письма. А море поет, ему интересно. Аривидерчи, мой морячок, аривидерчи. Ветер пьяный колотится в иллюминаторы. Аривидерчи, мой морячок, аривидерчи. Ты смотри, не умри без меня на экваторе. Дорогие друзья, программа «Лучшие в Краснодаре», которая теперь у нас выходит в новом месте, с новыми гостями, совсем по-новому, к сожалению, сегодня подходит к своему логическому завершению. Боб, пожелай что-нибудь краснодарцам на прощание. Друзья, всем хорошего настроения, всем удачи, всем весны в душе, чтобы все у вас было замечательно. Удачи, пока.